последнее время часто приезжают автомобили с такими повреждениями, как оторванные куски железа. В данном случае повреждения более масштабными. Был фактически боковой удар, и весь проем ушел вовнутрь. Получили повреждение плоскости и ребра проема. Одним ударом зацепило и дверь. Хорошо так дверь сплющила. Смялся также и внутренний каркас двери. Снаружи также получилась обширная вмятина на половину двери. Начну, пожалуй, с ремонта двери. Раз дверь уже от удара ушла вовнутрь, значит и править ее надо, соответственно, потянув наружу. Для этого зафиксировал дверь при открытом состоянии в районе замка. Берем широкий подъемной зажим и, фиксируя его на разных по высоте уровнях, начинаем потихонечку вытягивать дверь. Заломы каркаса двери были сильные, и хотя я применил широкий зажим, он все равно не смог удержать единение двери, и в результате она расшилась. Но это меня нисколько не огорчило. Пользуясь случаем, я просто отрихтовал дверь без применения споттера. При рихтовке, как всегда, применил напильник с крупной насечкой, а в виде поддержек применялись рессоры, монтажки, в общем, все то, что могло влезть в шильд прошивки. Боковину тоже вытягивал при помощи стапеля, используя инструмент, который просовывал уже готовую дыру, и отжав боковину уже изнутри. Затем, используя различные кривые железки, отжимая, формируем окончательную форму боковины. И в конце, расправляя свернутый кусок железа, который и закрывает дыру. Все подогнем, начинаем обваривать. Варили, естественно, стык. Когда рвет, металл сильно растягивает. Поэтому, когда выправили, получилось где-то наклёт, а где-то и зазор на 1-2 метра. В таких случаях проще отрезать этот металл. Отрихтовать данное повреждение в зеркало нереально. Вернее, даже если это и возможно,
Но нам совсем это не нужно, так как на это уйдет просто очень много времени. Проще взять шпаклевку с наполнителем и просто выровнять всю поверхность одним носком. Шпаклевочку хорошо прогреваем, чтобы она полностью высохла. Иначе последствия могут быть и просадки. Грубую шпаклю я обрабатываю наждачкой с задаткой на 80 машинка. И сразу выводим форму, которую мы запустили при главном моменте. Затем применяем универсальную шпаклевку. Поверхность зачернили, затем мы сразу будем видеть, какая у нас поверхность получается. Проявляются все царапины, раковины, так как ранее применяя шпаклевку с наполнителем, практически мы поверхность выровняли. И универсальная шпаклевка практически идет как финишный слой. Я сначала прохожу с кругом градации на круг 80. Если видим, как в данном случае, шпаклевание дальнейшего не требует, сразу
ставим круг на 320, сразу получаем практически готовую поверхность под круг. Ну вот, собственно, дошли и до процесса грунтования. Вот так за один день мы сделали позывной ремонт. Далее отдаем маляру, и пусть теперь он уже готовит покраски, да и тому, собственно.